В Дербенте началась весенняя призывная кампания. Согласно решению министра обороны России Сергея Шойгу, чтобы избежать распространения новой коронавирусной инфекции и обезопасить призывников, в пунктах введены повышенные меры безопасности. Так, массовое скопление новобранцев будет исключено, для этого составлен график посещения. В призывном пункте обеспечено наличие средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и бесконтактных термометров. Держится социальной дистанции. На призывном пункте практически находится не более 7 человек для того, чтобы соблюдали социальную дистанцию. Проходит после того, практически для того, чтобы пройти одному человеку, необходимо 1 час.